Радислав Гандапас из года в год возглавляет все тренерские рейтинги, является автором 6 книг по ораторскому искусству. В программе нового тренинга такие темы, как принципиальное отличие системы ценностей успешного человека от системы ценностей неуспешного, методы повышения дохода, 5 опорных принципов успеха, авторский алгоритм «Всегда говори да» и принципы воспитания успешных детей. Встреча пройдет 2 июня на площадке Hyatt Regency. Начало в 10:00. Уточнить детали можно у организаторов по телефону 2-957-867 или на сайте мероприятия www.businessdrive.ru.